Доброго времени суток. Давайте посмотрим на желание. Меня попросили на желание. Давайте три варианта. Загадайте свое желание и посмотрим, исполнится ли оно. Время ли, да, сейчас для желаний? Давайте посмотрим. Итак, загадали свое желание. Представляем цифры. 1, 2, 3. Выбираем цифру. И ждем карту. Итак, цифра 1. Первый вариант. Исполнится ли желание? Ой, девочки, для желания сейчас да, есть такие моменты. Главное это осознать то, что желание на самом деле вам сейчас именно надо оно. Потому как по ходу дела это такое желание, которое вы знаете от периода к периоду. То хочу, то не хочу. Вот если вы точно осознаете, что это желание, да, вот вам надо, то тогда да. Но старайтесь, конечно, поддерживать огонь, да, в вашем запросе. Тогда исполнится. Давайте посмотрим вариант 2. Исполнится ли желание? Вы стоите, знаете, на раздумье, надо или не надо. Я склонна думать, что желанию сейчас не время. Вы не приняли еще точного решения, нужно ли вам то, что вы задумали. И, естественно, когда такие сомнения, желание вряд ли реализуется. Давайте посмотрим вариант 3. Исполнится ли ваше желание? Здесь для желания, девочки, созданы все условия комфортные. Это и материально, и эмоционально, и люди есть, которые, да, помогут. То есть ваше желание исполнится однозначно. Вариант 3, да, вообще самый благоприятный. Давайте посмотрим, что вообще нужно для вашего желания. Давайте посмотрим, что вообще нужно для исполнения этих трех желаний. Общее. Девочки, вывести себя из ограничений. Вы сами ставите ограничения, которые могут помешать в исполнении ваших желаний. У вас для этого есть все. Восьмерка мечей. Есть энергии куча. Мыслей куча. Идей море. Энергии море. Все, что вам мешает, это ваши личные ограничения. И здесь, скорее всего, они могут говорить о том, что они у вас в голове. Убирайте все границы, и тогда желания ваши сбудутся.